съемка пошла. А можно бы потом что-нибудь от руки там отпустить? Ну, отпуститься ты от подвески можешь, камеру в руке у тебя остается, и там лево, право, сверху, снизу, какие угодно ракурсы снимает. По сторонам там где. Если с одной точки держать, оно будет не очень красиво смотреться. Но в полете ты можешь совершенно спокойно отпускать руки, и ты надежно зафиксирован в кресле, будешь там сидеть. Никто не будет мешать наслаждаться полетом. И осуществлять по пути видеофиксацию. Первый раз здесь? Ну вот. Будет все друзьям показать. Значит, смотри, сейчас нас начнут тянуть за веревку. Я скажу, упираемся. Упираемся до тех пор, пока я не скажу, бежим. Одну ножку вперед и упираемся. Ну, нас веревка тянет вперед, нам надо стоять на месте. Когда я скажу бежим, мы бежим. Бежим мы до тех пор, пока я не скажу летим. То есть даже когда мы окажемся в воздухе, продолжай делать вид, что ты бежишь. Okay. Для того, чтобы, если вдруг нас приземлит на планету, мы не закосячили старт. Потому что бывает приподняло, потом посадило. Короче, бежим, пока я не скажу до тех пор, что это летит. На посадочке, когда я скажу, готовимся к посадке, 30 секунд. На посадке скажу, приземляемся, ножки вместе, чуть согнутые в коленях, и приземляешься на две ноги одновременно. И стараешься устоять. Ну, перед посадкой я продублирую. Я готов. Сейчас упираемся. Упираемся, упираемся, упираемся. Побежали. Бежать, бежать, бежать. Коленочки к груди подтяни и усядешься. Все, сидишь. Ой, мамочки. Можешь снимать уже слева, справа, там камеркой, по-всякому. Да что-то как-то мне очко. Я тебя пока не слышу, очень сильно ветер в ушах. Мамочки. Все, летим. Хочешь порулить? Я не знаю. Здесь удобно? Да. Я страшно. Камеру можешь подраздвинуть. Бояться нечего. Все абсолютно сегодня погода шикарная. Ученики могут летать спокойно. А мы с тобой подавно. Ой, мамочки. Сейчас будем набирать высоту. Постараемся, по крайней мере, набрать сколько-нибудь высоты. О! Вот он наш поточечек. Поточечек наш. Где наш поточечек опять? Вот где-то тут. Пипец, как мы высоко. Всего-то 192 метра. Всего-то. Всего-то. Ни о чем вообще. Позавчера ученики летали 888 набирали. Ужас. Так что у нас с тобой, считай, высоты вообще нету.
Не укачивает? Нет. Ништяк. Камеру можешь подраздвинуть. Там как ее раздвинуть? А вот вторую колену отстегивай. Вот это? Следующую. Вот это? Ага, отгибай ее и выдвигай за ней. И опять зажимай. Ой-ой-ой. Вот. Смотри, чувак там летает бодрячком. Он один летает? На спортивном крыле, спортивные подвески. Видишь, она у него как байдарка такая. А мы с тобой тем временем потихонечку вяжемся в сторону посадочки. И будем искать... Поточки, поточки, поточки. Вот он, поточек, фигурочек. Ну, давайте, пожалуйста, наберем высоты, раз уж как-то. Раз уж на посадку не пускается, давайте на взлет тогда. Ну, где-то оно вот тут. На посадочке ноги вместе, приземляешься на обе ноги, чуть согнутые в коленях. И в принципе уже мы с тобой будем сейчас готовиться к посадке. Как коснешься земли, задача будет удержаться на ногах. Устоять и, может быть, сделать пару шагов вперед. Покатали, полетали, поваляли. С вами все что угодно сделали. Так. Ну-ка, погоди-ка, подожди-ка, расскажи-ка, давай. Понравилось? Очень. Что больше всего понравилось? Полет. Что страшно было? Ничего не страшно, высоты еще хочется. Боялась? Нет. Вот скажи всем, что бояться высоты не надо, что бояться это совсем по-другому. Бояться высоты не надо, это все очень круто. Отлично.